парям, 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 парям. О, слип какой, дикий слип, дикий пляж и дикий причал, большая Волга, город Дубна и Ваньковское водохранилище. Ну вот такой слипик. Ну чё же, с камешками. Не без этого. Но ничего страшного. Да я думаю, ничего страшного, честно говоря. Сейчас поедем, сейчас поедем. Сейчас поедем. Сейчас. Вышли. Слияние Москвы, реки и Волги. С канала. Тут часто мимо маяка и идем на остров Земляничный. Местечко. Вот такая оборудованная поляночка. Ну, здесь и расположимся. Вечерний костерок. Вот такие скамеечки сделаны.
Пока далековато гроза. Километр 3-4. Ну, сейчас покажу немного нашу стоянку, лагерь. Вот так вот здесь все оборудовано. Стоят столы. Видимо, летом тут люди жили очень основательно. Место для дров. И сейчас самое главное. Самое главное. Это вот такой сортир. Кто-то даже не поленился сделать. У людей на даче хуже стоят. Тут у меня лодка стоит, убрана. Вот такой вот мостик. Выход на воду. Все, сегодня собираемся, уходим. Готовил мотор, лодку. Сейчас будем вешать, собирать вещи и пойдем.